но и стоимость будет соответствующая. Цена первых стартует от 2000 юаней за месяц, а государственные стоят примерно 300-400 юаней. В частных садах детям уделяется больше внимания. Группы по 5-6 человек и в каждой по 2 воспитателя. Питаются и спят малыши в тех же помещениях, в которых проводят занятия. В каждом из них обязательно установлены кондиционеры, которые, вот честно скажу, дуют очень сильно.